Мужик возвращается из командировки, стоит в аэропорту и думает, дай-ка жене позвоню. Смотрит, а у него 2 копеек не хватает. Думает, бог с ней, сюрприз будет. Приезжает домой, смотрит, а жена с соседом в постели ковыркается. На цыпочках разворачивается и уходит. Ловит такси и назад в аэропорт. Сидит в буфете, разменял деньги, думает, дай-ка жене позвоню. Звонит жене, говорит, дорогая, я вернулся. Она, ладно, хорошо, давай, я тебя жду. Приезжает домой, смотрит, чистота, порядок. Борщик кушает, жена радостная встречает его. И думает, блин, из-за 2 копеек чуть такую жену не просрал. Ha ha ha!